Автопортрет в образе Христа был не единственной картиной, поразившей общественность. Еще больше шок, хотя и другого рода, вызвал рисунок, созданный в промежутке с 1503 по 1509 год. На нем Дюрер изобразил себя обнаженным, подробно и откровенно. Такое изображение художником самого себя было беспрецедентным, и рисунок долго воспроизводился в обрезном по пояс виде. Мастер вовсе не стремился ломать устои или шокировать публику. Он совершенствовал умение изображать обнаженное тело, в том числе для теоретических трудов по искусству. Но в Германии найти натурщика, согласного позировать без одежды, было крайне сложно. А сам Дюрер был прекрасно сложен и вполне подходил для этой роли. Дюрер избрал для этого формат поколенного портрета со слегка подавшимся вперед корпусом. Возможно, потому что использовал при работе зеркало небольшого размера. Правая рука нарисована по локоть, левая отведена назад так, что видно только плечо. Поза Дюрера напоминает позу Христа, как было принято его изображать в сцене бичевания. Складка кожи над правым бедром напоминает о ране Христа, полученной им на распятии. Взгляд художника направлен непосредственно на зрителя. Контур тела четко выделен на темном фоне. Точная дата рисунка неизвестна, и определить время его создания довольно трудно. Некоторые исследователи считают, что Дюрер рисовал между 1500 и 1512 годами, так как именно в это время относительно часто применял комбинированную технику. По мнению Фридриха Винклера, Дюрер выглядит старше 29 лет и моложе 41, что позволяет исследователю отнести произведение к середине этого периода. В левом верхнем углу имеется подпись Дюрера, однако она выполнена не художником. Об истории этого портрета ничего не известно. До конца жизни Дюрера этот рисунок хранился у него. Судя по штампелю на автопортрете, он находился в собрании Грюнлинга, прежде чем перешел в Веймерский музей. Так как собрание Грюнлинга включало в себя произведения из коллекции Альбертины в Вене, предполагается, что рисунок также происходит оттуда.